С 3 по 6 августа в Норвегии в городе Саннесе прошел популярный лыжероллерный фестиваль «Blink», где приняли участие известные лыжники и биатлонисты. Данный фестиваль проводится с 2006 года. В этом году в мероприятии участвовало рекордное количество стран – 21. В качестве призов спортсмены получали денежные вознаграждения и подарки. Пройдемся по биатлонным дисциплинам. Это соревнования в стрельбе, суперспринт, состоящий из квалификации финала, и масс-старт, где помимо финала были отборочные четверть и полуфиналы. В стрелковых соревнованиях на скорострельность у мужчин победил контент Фион Майе. На втором месте тоже француз Антонен Гигона. И Эндре Стремхайм из Норвегии стал третьим. Лучшей среди женщин оказалась китаянка Инь Вэнь. Французские биатлонистки Жулия Симон и Жюстин Брюза-Буше заняли второе и третье место. В суперспринте у мужчин получился норвежский пьедестал. Уэтле Шостед Кристиансен первый, Мартин Фемстейневик второй и Стурла Легрид стал третьим. А вот у женщин победила чешка Маркета Давидова. Каролин Кнотен вторая и Жюли Симон показала третий результат. В масс-старте у мужчин снова лидирует Уэтле Кристиансен. Немного уступил ему Антонен Гигона. И третьим финишировал Мартин Улудал. А вот первой у женщин в этой дисциплине стала шведка Лин Персон. На втором месте француженка Лужен Монолоран. И норвежка Ингрид Ландмарк Тандревольд финишировала третьей. Бывший французский биатлонист Мартен Фуркат тоже организовал свой лыжероллерный фестиваль, который пройдет в сентябре со 2 по 4 в Анси.